Благодаря успешной внутренней политике, эта компания уверенно удерживает лидирующие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивает число страхователей. Только в 2016 году компания охватила более 85% доли рынка по страхованию грузов. Страховая компания 2016 года «Согласие». Прежде всего, это признание бизнес-сообщества. Это признание того, что мы выбрали и реализуем верную стратегию, что нам доверяет и бизнес-сообщество, и люди, десятки тысяч страхователей той области, которые выбрали согласие. Мы считали и продолжаем считать главной инвестицией в репутацию страховщика честные и справедливые страховые выплаты. И эти наши многолетние инвестиции в репутацию привели к тому, что в последнее время наша репутация стала работать на нас, на наш финансовый результат, на наши лидирующие позиции на рынке области.